этом видео рассмотрим результаты анализов на мужские половые гормоны. Мне понравилось сдавать анализы на дому. Доставка быстрая, также легкое отправление и быстрое получение результатов. Они сконтактировали меня напрямую на приложение на телефоне, предъявили мне весь список анализов. Врач оставил свой комментарий. Сейчас вы увидите его в правом левом углу. Результаты показывают употребление тестостерона. Пожалуйста, будьте аккуратны, так как это несет риски вашему здоровью. Потом один из врачей позвонил мне и объяснил, что в принципе все нормально. Никаких проблем, серьезных отклонений нет. Но советуют мне сходить с курса или понижать дозировку, чтобы дать полностью восстановиться организму. Сейчас я покажу список анализов, которые я сдавал. Посмотрите в правый верхний угол. Там вы найдете список анализов. В этот список входит эстрадиол 128, пролактин 306, глобулин 28,5, тестостерон общий 109, гормон, стимулирующий щитовидную железу 2,86, тироксин 15,8, альбумин 42,5, кортизол 236, ФСГ 0,3, индекс свободных андрогенов 382, свободный тестостерон 3,734, ЛГ 0,35. Весь курс я чувствовал себя прекрасно. Не было никаких проблем и побочных явлений. Несколько раз я выпил анастрозол. За весь курс около 3 таблеток. Произошло значительное увеличение мышечной массы и силовых. Сейчас я планирую сходить курса или уменьшать дозу и двигаться дальше. В следующем видео я покажу вам небольшой обзор общих анализов крови. Оставайтесь с нами.